Весь мой мужской состав, дедушка, сыновья, внуки сходили на 23 февраля на отдых, на зимнюю рыбалку. И смотрите, что они нам принесли. Хватит и на 23, и на 8 марта. Брать карпа большого. Руки беги. Ну как, Никит? Он на килограмма 2, мне кажется. Ой, какой 2? Не больше. Больше. Килограмма 3,5. Ну как, весомый, да? Да. О, завтра мы его пожарим. Сейчас еще щучку подъем. Большую. Это на котле ты пойдешь. Это самые большие щучки. Ну да. Они еще это маленькие. Ну да. Маленькие. Блин. Но они вкусные. Они как будут, живые. Они будут еще вкуснее. Как живые. Ты не боишься? Скользкие. А ты что, боишься, Барри? Вот эти молоденькие щучки, эти штучки мы будем запекать в фольге. Поперчили, посолили, слегка сбрызнули лимонным соком и будем сейчас выкладывать на фольгу. Автопицца пришла. Сейчас мы откроем, посмотрим. Вот она. Такая огромная автопицца прибыла. Автосуши. Автосуши. Заказали мы. Вот он, чек пришел. Вот он. Получилось 20% скидка, да? Это запеченные суши, а это сырые. Это весь набор входит сюда. Ореховый соус, палочки, васаби, потом идет имбирь маринованный и соевый соус.